день, а мы вчера привезли Милу на несколько дней погостить у нас. Вот, они тут играются, у нее тут подружка своя есть, Анечка. Вот, она приходит, и они вместе играют. Что вы делаете? Ягоды едят, большую ягоду под названием арбуз. Арбуз. Кавун по-украински. А девочки нашли малюсенького рачка. В мушле. Вон, а ну, вон, в мушле. А ну. Вот там он сидел. Да его не видно там. Мы сюда положим его. О, 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 о. И задом, задом, задом. Ой, боже. Да ему, подождите, я косе его возьму. Сейчас укусит. Отпусти, нет, отпустите я его. Пускай, я там спал. Пускай живет. Пошла. На берегу он попал. Добрый день. А день сегодня хороший. Не жаркий, не дождливый. И сегодня у нас барбекю, а обед вот здесь печеная картошка. Для Милочки она любит жареные сосиски, но у нас вообще-то же рыба сегодня, вот. На гриле, ну, на фольге. И кукуруза в фольге запеченная. Так что у нас отличный будет обед. В основном я готовлю на гриле, но сегодня все полностью Вита и костер растапливала, и дрова тут даже носила. А я занимался генераторной, дверь ставил. Не снимаю, потому что все одинаково. Я в туалет уже поставил, точно так сейчас ставлю туда. И вот Вита уже позвала, все готово. Да? Да. Все готово. Все готово. Пора к столу. Сейчас будем это. Милочка, а ты как? Нормально. Нормально. А Милочка там какую-то новую игрушку подсела на нее и сидит, надо, говорит, каждый день там играть, там будут какие-то призы, яйца какие-то там, кто-то вылупливается в нее. Вот. Сурикаты. Кто? Сурикаты. Сурикаты какие-то. Понятия не имею, она мне показывала, там что-то бегает, что-то собирает, куда-то заходит. Ну, в общем, такое. Сейчас будем кушать. Еще покажу. Да-да-да. Всем приятного. И аппетита, и времяпрепровождения. Пока-пока. Вот так. Сегодня у нас день неплохой. Опять о погоде, да? Такой, не жаркий. Отвез я уже Милочку, внучку, домой. Приехал и приступил вот к сараю. К сараю. Генераторной. Туалет я уже сделал, дверь, а вот сегодня уже сделал и эту дверь обшил. Ну, саму раму я сделал раньше. Я сделал вчера, не показывал. Покрасил ее, все как обычно. Вот. Врезал замок и обшил. Видите, получилось такое разноцветное. Потому что заказал как бы и с запасом профнастила вот этого, но отрезки и все. Ну, хватило нормально. Здесь получилось трех кусочков разнопланового цвета. Ну и что? Мы ж будем красить. Вот. Вот врезал замок. Все как бы хорошо. Вот. Все. Вот. Закрывается наша генераторная с туалетом. Все в порядке. Он, естественно, замыкаться не будет. Вот. Вот так. Все отлично, держится на защелке. И приступаем к покраске этого всего. Самое приятное для меня, когда уже работа сделана, наводишь марафет, можно сказать. Пыль протру, он, видите, и будем красить. Пыль я погонял и... Приступаем к покраске. Красить буду, значит, вот такой моей любимой краской. Вот, видите, грунт эмаль по металлу. Три в одном. Ну, нормальная. Вот она на банке, вот такая. Ну, здесь как бы матовая. Думаю, сегодня покрашу. А потом уже приступим
внутри заниматься. Это уже будет более интересно. Ну, покраска тоже приятна. Это завершение вот этого этапа работ. Краска немножко густая. Придется ее развести. Краску я разбавил. Там рекомендуют White Spirit, либо Solvent. White Spirit у меня нету. Я все никак его не куплю. А Solvent есть, но он такой вонючий. Я не решил им не разбавлять. Я уже когда-то попробовал. Лучше не буду. А у меня есть очищенный керосин. Я уже в старых влогах когда-то показывал, когда делали мы прихожую, вешалку, полочку для обуви и так далее. Тоже надо было разбавить, и я разбавлял вот этим очищенным керосином, который остался еще от старых хозяев. Вот. И все нормально, высохло. Вот. Он не обезжиренный. White Spirit – это обезжиренный керосин. Ну, все отлично, поэтому я разбавил вот это тоже. Надо будет купить, поставить на заметку себе. И взял вот такую штучку, отрезал с бутылки, потому что держать на весу 3 литра краски как-то тяжеловато. Ну, отолью, будем красить нормально. Ну вот так я буду продолжать в таком же духе, но уже без вас. Так что на сегодня уже пока. Дальше увидите полностью покрашенную уже в следующих влогах, когда я начну уже там делать подкоп, можно сказать, и туалет, и бетонировать там под генератор, и пол стелить. Но это уже будет потом. А на сегодня пока. Смотрите канал Трепанация, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи всем. Пока.